Коллекцию одежды проекта «Рязань. Новогодняя столица России 2020 года» презентовали в рамках первомайской демонстрации. Специально для этого была сформирована отдельная колонна. В нее вошли участники молодежного правительства региона. Напомним, что символом новогодней столицы стала снежинка в разных цветах, поэтому для каждого времени года была разработана своя коллекция одежды. На первомайской демонстрации активисты прошли в спортивных костюмах, которые состояли из штанов, джемперов, толстовок, жилетов, футболок, лонгсливов, свитшотов, бейсболок и других элементов. В их разработке принимали участие жители города и члены молодежного правительства Рязанской области. Авторы отмечают, что старались сделать вещи стильными и яркими, поэтому вся одежда выполнена из качественных натуральных материалов и представлена в нескольких цветовых решениях. Это различные сочетания серого, белого, красного и синего цветов. Приобрести эксклюзивную одежду с символикой проекта «Рязань. Новогодняя столица России» можно будет в учреждениях культуры города и области, а также в крупных торговых центрах. Стоит отметить, что официальная презентация проекта «Рязань. Новогодняя столица России» состоится 12 июня на площади Победы в рамках празднования Дня России.